Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день третий. Давайте пройдемся, посмотрим, сколько насыпят. Будем проходить полную энергию, 20 энергий полностью. В общем, запускаемся. Так, пошли начисления за 0,2 энергии. Так, за 0,4 энергии идет начисление. За 0,6. Начало почему-то всегда такое тухлое. Не знаю, с чем это связано. Вообще 12 монет насыпало. За 0,8 почти 20 монет. Так, ну и за одну энергию. По-моему, это из всех за одну энергию самое мало. Обычно там в районе 100 хотя бы капало. В общем, включусь на 5 энергиях. Сыпет мало. Сейчас вот за 5 энергий будет начисление. Сыпет очень мало. Двадцать, а то и меньше. Очень редко, когда 30 монет насыпает. 530 монет получается. Так, прошел 10 энергий. Сыпь также мало. Получается 1151 за 10 энергий. Самый маленький результат пока. Так, за 15 энергий 1832 монетки насыпало. Было один раз. Ну как один раз? Раза 4 по 40 монет. Сейчас в районе 20 монет сыпет. Давайте сейчас останусь на связи. Смотрите. 1832 монеты. Все, вот начисления пошли. Ну, 20 монет. Пока так. 19 энергий прошел. Начисление за 19 энергий. На 19,2 включусь. Так, пошли за 0,2. Где-то в районе 30 монет сыпет. Не было сегодня такого, чтобы по 100, по 80, по 120. Вот 30 монет почти упало. Так, еще за 0,2 падает. Так, за 0,6 упало. За 0,2 упало, 42 монетки упало, получается. Так, за 0,8, 19,8 получается.
Так, все, 20 энергий пройдено. Идут последние начисления. Получается 2422 монетки. Первый день было 16,8 энергии, практически столько же заработали. А сейчас 20 энергий и столько же. В общем, не знаю, тестил по-разному. Осталось только ползком да гуськом ходить, выявить формулу, где сыпет больше. В общем, вот такие заработки. Посмотрим, что дальше будет. Сегодня ребята писали этот скрин и скидывали по поводу того, что спрашивали у официалов насчет радужных плюс. Они ответили, что в ближайшее время пока не рассматривают. То есть это позитивная новость, конечно, что у нас есть время. Не знаю, сколько дней уйдет на отбивание, посмотрим. Кроссовок больше. Да, сегодня там упала Solana. Да и вообще весь рынок упал. Но опять же, и кроссовки, и камни стали насколько дороже. Поэтому вот даже можно сейчас зайти и глянуть. Там, по-моему, и камни подорожали. Ну вот, допустим, кроссовок 1850, да, висит. Кстати, вот этот 0035, он давно уже висел. Так, а камушки давайте, вот камни посмотрим ради интереса. Ну вот эти мы и брали по 7,5, а вот второго левела 175-198, а мы взяли по 65, не успели взять, мы взяли по 84-88. То есть, видите, да, в два раза камни подорожали, и кроссовок тоже, ну, на треть точно подорожал. Поэтому никаких расстройств нет. Ходим, зарабатываем дальше. В первую очередь надо отбить свое. В общем, вот такой сегодня у нас был день. Такая была проходочка. Вот такие у нас камни стоят. Каждый день выкладываем. Смотрите историю, ребят. Всем, кому понравилось, влепите жирный лайк. Топите за нас, поддерживайте нас. Пишите комментарии. Вот, диванных экспертов тоже очень много. Иногда, ну, читаешь, смеешься. Никто не знает, еще раз повторюсь, где дно. Если бы знали, где дно, наверное, этим уже не занимались, другими вещами. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ссылки в описании, на телеграм и на чат. Всем спасибо, всем пока.